Всем привет, ребята! Смотрите, какие у меня интересные коробочки. Сегодня мы их будем распаковывать. Знаете, вот в этой коробочке должно быть две куклы. А вот в этой я не знаю, чего там. Энники, Бенники ели вареньки, Энники, Бенники, Бамс. Энники, Бенники съели вареньки, Энники, Бенники, Бамс. Вот эту коробочку. Так, на коробке написано Candy Locks от компании Spin Master. Ну что, распакуем нашу коробочку? Достаем. Это первое то, что там было. Так, себя мы сейчас откроем. И вот это. Из коробки я достала 3 пакетика. Сейчас мы посмотрим, что лежит в каждом из них. Берем первый пакетик и открываем. Какой-то клубочек шерстяной. Он очень мягкий и приятный на ощупь. Он пахнет конфетами или какой-то карамелью. Непонятно. Привет, Вер. А что это ты тут делаешь? О, привет, медведь. Я тут игрушки новые распаковываю. О, классно! Можно я с тобой вместе тоже распакую? Конечно! Вот это ты, я смотрю, уже распаковал. Ха-ха, смотри, тут чья-то голова. Это какая-то малюсенькая дюймовочка с красивыми длинными-предлинными волосами. О, они еще и конфетами пахнут. Ничего себе! Миш, а дай мне куклу посмотреть. Ну на, посмотри. Она такая крошка. Впервые вижу то, что у такой маленькой девочки такие длинные-длинные волосы. Ну что, пора посмотреть, что там еще в веренных пакетиках. Обожаю открывать все новенькое. Мне кажется, что тут еще одна такая же кукла, только у нее волосы розовые с фиолетовым. А у той куклы розовый с голубым. О, смотрите-ка, я угадал! Я разбираюсь в девчачьих игрушках. О, Вер, у меня идея. Давай соревнование. Кто быстрее заплетет две косички куклы. О, давай. На старт, внимание, марш! Я мастер в косичках. Сейчас быстро заплету. Тебе меня не обогнать, Миша. Вот, одна косичка уже готова. Но это мы еще посмотрим, кто выиграет. Вообще-то я тоже мастер в косичках. У меня вообще-то 5 сестер дома. И я им всем шерсть заплетал в косы. Но это не точно. Потому что у медведей не такая уж длинная шерсть. Ну, в общем, я умею плести. Вот, первая косичка готова. Так, заплетаем. У меня уже неплохо получается. Давай, придержу. Давай. Сейчас быстренько заплету и все. Ну вот, вторая косичка моя готова. Красиво у тебя получилось, Вер. Ну давай, теперь моя очередь. Да. Смотри, Вер, у меня кукольное ожерелье. Это смешно очень. Я сейчас сделаю своей кукле прическу. Заплету ей вот такой пучок, чтобы волосы не мешались. Во, смотрите, как круто получилось. Я тут в другом пакетике, кстати, пока ты плела, Вера, нашел заколки всякие. Сейчас прикреплю ей прическу. Во, смотри, Вер. Во, крутая прическа. Я хочу тоже, чтобы ты мне заплел моей кукле. Хорошо, я же стилист, сейчас и второй тоже сделаю. Так. А твоей сейчас 2 узла завяжу. Ой, тоже очень красиво. Так. 1. И 2. Вот так. А давай ей туда украшение вставим. Давай. Вот. Так. Это вот сюда. Что там еще у нас? Это вот сюда вставим. Ага. Держи. Еще одну можно сверху, вот сюда, для красоты. Опа. Смотрите, какую мы с Мишкой крутую прическу сделали. Она такая красивая. Пока ты там радуешься, Вера, я пока вот это мороженое открою, ладно? Да.
Но мне кажется почему-то, что там внутри такая же кукла, как и эти две. Ну, сейчас посмотрим. Да, кукла и еще какие-то пакетики. Вау! А, это украшения, заколки. Ой, смотри, какая-то пружинка. Ну что, посмотрим, какая тут красавица прячется. Ой, смотри, какая милашка. Вер, какая она милая. Миш, давай ей тоже заплетем прическу. Давай, ты с одной стороны плети, а я с другой. Держи. Угу. Давай, главное, аккуратно плети, хорошо? Угу. Быстрее можно? Ну, я стараюсь. Я уже, смотри, сколько заплел. А говорила, что мастер. Ну вот, смотрите, какие мы с Верой заплели косички. Сейчас их завяжем в узелок. Так, как бы это сделать? Вот. Вау, Вер, смотри. Красота такая. О, да. Теперь вставим в нашу прическу украшение. Так. О, красиво. И вот сюда еще один бантик. О, круто. Так, а я сейчас наклею вот эти украшения вот. Ага, и я тоже. Сердечко одно. Так. Мы с Верой так. Какой красотища наделали! Сейчас покажем вам! У этой куклы получилась такая тугая прическа, такой плотный пучок. С украшениями, конечно же, разными. Очень красиво. Ой. У этой куклы пышная прическа, похожа на мороженое. Ха. Да и пахнет тоже, кстати, точно как мороженое. Очень красиво. У этой куклы тоже очень пышные волосы и украшены кремом, а еще рожком. Да, Вер, эти куклы Кэнди Локс очень красивые. Даже мне, мальчишке, было интересно с ними играть. А вот это очень пахнет вкусно, сахарной ватой. Они все пахнут, как какие-то конфеты. Понюхай. Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока!